Так, всех приветствую на канале Актод Лайф. Мы сегодня продолжаем прохождение Готики. Вот, это уже третья серия. В общем, мы тут возле бандита прошли, да. Можно с ним поболтать, в принципе. Ну ладно, потом это сделаем. В принципе, очков нет. У него можно изучить разделывание животных. Разных. Вот мы с Мордрагом отправляемся в новый лагерь. Вот там мы будем выполнять задания. Ну, еще вернемся в другие лагеря, посмотрим, что там. Выполняем там задания. Здесь пока что осторожненько будем качаться. Так, забираем все. Голубику, клубнику. Что здесь растет? Что нам пригодится обязательно? Оу. Так, можно сюда как-то забраться же? Может, тоже какая-нибудь голубика. Кстати. Вот, у него там еще есть сундучок. Надо будет его потом зашарить. Обязательно. Да, кстати, вот Мордрыга лучше из виду не упускать, потому что он может исчезнуть. Будет очень печально. В первых двух готиках. Ну, в принципе, и в третьей тоже такая проблема встречается. В райзенах вроде уже получше. Так, ну давай, иди. Так, это у нас, по сути, если так подумать, один из первых сундуков, если бы мы сюда сразу шли. Так, звучит вроде как неплохо, да? Мы догадались, мы повезло, сразу две отмычки достали, там плюс неплохо так. Руды. Я не понимаю, почему тут другие разбойники, почему они в эти сундуки не лазили. Они бы могли либо взломать, либо просто его сломать и достать оттуда руду. Но здесь такие разбойники, они просто бухают в основном, да. Им впадло куда-то ходить, доставать. Они выбивают все силой. Так, мы играем за, так скажем, охотника. Дальнобойно стреляем. Блин, иди сюда, Мордраг. Спасай, блин, меня бьют. Спасай, Мордраг, блин, падла такая. Давайте всех падальщиков, кстати, на себя нагрем. Пусть Мордраг с ними справляется там. А он просто стоит, ему пофигу. Курит бамбук. Ой, 23 урона, кстати, видите? Я мог бы меча тут завалить. У меня меч неплохой. Довольно-таки для начала. Давай, гаси там. Там еще одна птичка. Она меня сейчас убьет. У меня здоровья нету, блин. И сюда. А, я сам завалил. Наверное, тот падальщик, в которого я попал. Лука. Либо Мордрик в него попал. Так, отлично. Мордрик, ты это, помогай. Че ты стоишь, ты вечно ничего не делаешь? Где наша похлебочка там была? Из ползуна. И вот, которую сделал вот рагу из мясного жука. Вот, нам надо будет еще, кстати, сходить за этим. Как там, список какой-то, да? Список Диего. Список Диего. Но мы его, наверное, в новый лагерь отнесем, чтобы вступить в него. По-моему, там надо будет. Или как? Ну, вот там кровомухи. Можно, кстати, кровомух нагреть. Единственный момент, да, сможем ли мы от них убежать? Прям на себя кровомух. Ой, не очень мощно бьют. Походу не сможем. Блин, меня сейчас убьет эта кровомуха. Я тут. Они улетели. Нет, давайте загрузимся. Не будем заниматься фигней и пойдем дальше. Погнали, давай, веди нас. Сейчас ящеров всяких нагрем просто снизу там. А вон там еще эти шершни. Кровомухи вообще как бы. Не знаю, как. По-разному готики их называют, да. Ой, что-то их тут вообще нафига. Давайте попробуем одного шершня. О, давай беги. Смотрите. Оп. Давай опыт зарабатывай. Ой, нам опыт еще дофига надо. Крылья обязательно собираем. Мы можем жало изучить. Убирать жало, тоже продавать эти жало. Здесь, честно говоря... О, иди сюда. Куда ты полетел, а? Шершень, блин, куда ты? Что с ним такое? Ой, это тоже. Ай, Мордраг, иди сюда. Лови. Я вообще не понимаю, почему они туда улетают. Драгоценный опыт улетает от нас. Если ты ищешь неприятности, просто подойди сюда. А ты типа против меня? Убери эту штуковину, или тебе крышка? Какую штуковину? Хорошо. Что, вообще что ли свихнулся там? Крыша приехала, Мордраг. Ты же мой друг. Ой. Ё-моё! Давай. Где там твоя лопата? Ой, булава. Простите меня, простите меня, блин. Ой, я тут стою. Стою на краю. На краю стою. Давайте, кстати, попьем, поедим. Вон голубика. Глубака. Не, может, конечно, сейчас и не валить этих монстров, да. Подождать, пока я не прокачаюсь там получше. Там просто вынести в одного. Теперь с Мордрагом. Багать Мордрага. Так, нужно обойти его. Да, обойти. А там мы, видимо, эти шершни кританули. Так, готов. 2 хп было у шершня. Угу. И это все. Но одна куда-то там свалила, муха. Небось, вон туда сейчас так облетит, здесь прилетит сюда. Так, нам нужны вот эти вот падальщики. Еще можно зацепить ящера. Ну, 2 ящериц, да. Но они, блин, шустрые, они меня убьют. Ладно, у нас есть способ хороший. Если один раз меня попадет, она меня пресс грохнет. Я не знаю насчет... Блин, этого... Ой. Не, она попала, кстати, но не грохнула. Так, давай, бей их. Опыт нам дают, дают. Молодец, Мордрик, ты красавчик. Хорошо. Единственное, что мы не можем ничего собрать с ним. Так, давайте еще покайтим немножко. Яблочки покушаем, может быть. Может, тут яблоки реально силу тоже дают. Первой готики. Но я не припомню такого, что в первой готике за яблоки силы давали. Вот в первую... Ой, во второй... Точно. Ой. Во второй, блин. Ай! Смотрите меня, как это. Снаряд какой-то. Пронули. Идите сюда, птички. Надо возле Мордорка. Ой, ничего. Клюют, гада. Ай, блин. Давай, мы так сами справимся. Я тоже не слабак против птичек. Птички, я что-то могу. Так. Мясо собрали. А жареного мяса еще полно, кстати. Рабский хлеб. Нормально дает. Давай, погнали. Сейчас я посмотрю, может, там еще кого-то нужно отпануть. Ну, вроде. Ну, вот там, может быть, где-то. Или вот тут, может, еще ящерка. Я не помню. А, крысы, но их сами завалили. Блин, главное, чтобы Мордрик там не потерялся. Давайте сохранимся. Сейчас сами подрохнулись. Лишним опыт точно не будет. В принципе, урон нормальный. 2 удара и готова крыса. И вон там еще зелье, кстати. А дальше мы не пойдем. Дальше там, получается, какие-то эти бандиты сидят. Ну, с ними можно поболтать. Потом как-нибудь. По-моему, они для какого-то квеста, что ли, нужны. Я точно не помню. Тут еще грибки. Так, Мордрог, ты там где? Блин, может он сейчас уже вообще там потерялся, а? Ё, реально. Где Мордраг? А я сохранился еще, да? Не, вот он стоит. Вроде как, да? Это ты? Ну, есть вот опыта. Пришли. За этими воротами находится новый лагерь. Поговори с Ларсом, он поможет тебе. Отдашь ему это кольцо. Понадобится серьезный довод, чтобы Ларс принял тебя. Эта дорогая безделушка будет для тебя пропуском. Подумав, я решил остаться здесь на некоторое время. Я уже заработал достаточно, а в старом лагере сейчас становится жарковато. Если понадоблюсь, ты сможешь найти меня в баре. Это дом на берегу озера. Береги себя. Увидимся. Спасибо, Мордраг. Вот, теперь мы можем сдать квест, кстати говоря. Мы от него избавились только другим путем, более таким спокойным, да. Можно было его просто прикончить там. Да. Но хочу вам сказать, что противник довольно-таки сложный, тяжелый для начала игры. Ну, помню, я его раньше валил как-то. Не с первого раза, конечно. Так, вот она, муха, она прилетела наконец-то. Давайте мы ее просто сейчас застрелим просто. Не то. Попасть что-то в нее надо. Это все, готово. Ну, видите, по одной мухе, в принципе, у нас не проблема. А вот 2-3 это уже колоссальная проблемка. Жесть какая-то. Так, вот тут что-то слышите? То ли это речка, то ли это мухи тоже летают. Может... А, он на той, на том берегу, наверное. Кто-то да есть. Шныги какие-нибудь. По-моему, там какие-то шныги должны быть. Может, кротокрысы. Может, еще кто. Так. Да, вон шнык. Шныга мы пока не сможем завалить. Для нас это довольно-таки тяжелый противник. Его просто не пробьем, скорее всего. Ну, с лука можно, наверное, завалить. О, блин, не знаю. Он очень быстро бегает. Так, куда ты идешь? Текстуры кривые. Собираем здесь грибочки всякие, листочки, точки. Так. Смотрим, здесь может есть. Может и ничего и нет. А, вот кружка, да, факел. Что-то. Вот он грибочек. А, арабский хлеб. Арабский хлеб нормально дает здоровье. Там что-нибудь утонувшее. Утонувшее. Вот там вот, короче... Давайте попробуем сходить. Ну, не знаю, что с нами там сделают. Может, нас убьют. Может, с нами поболтают. Здорово, парни. Какого черта тебе здесь нужно? Джаку. Ой, елки зеленые. А мы можем с лука его застрелить? Или он нас сейчас... А, он нас сейчас подстрелит. Катину. Да, вот, кстати, луки здесь убивают. Магия и луки, они ротуют. То есть, если вы с кем-то сражаетесь, лучше сражаться на мечах. Мечах, топорах, что-нибудь такое. С мечами, топорами можно заколоть. Вот. Ну, булавой не заколешь, естественно. Вот, а лука, арбалета, с какой-то магией, да, то сразу шотишь, все. Так. В принципе, это логично. Нет, да? Дальше на второй. И на третий, потому что здесь могут быть всякие баги. Давайте четвертую дадим на всякий случай. Все, погнали. Как жизнь? Неплохо, но у меня закончилось курево. Были времена, когда все было... У меня болотник есть. У меня есть болотник. Будешь? Эй, парень, кончай ржать, хорошо? Мне это не нравится. Ну ладно. У него есть болотник, что он врет? Мы можем его завалить, и у него будет болотник. Балабол. Просто его мало у него там, наверное. Бесконечно курят этот болотник. Так, вот поля, короче. Поля. Можно немножко здесь поработать в первое время. Потом, когда селенки будет побольше, можно будет давать люлей этим падлам. И заработать еще силы, кстати говоря. Вот Лефти. Эй, новенький. Мы ищем человека, чтобы отнес воду крестьянам на рисовые поля. Тебе сейчас нужно обзаводиться новыми друзьями. Что скажешь? Ну, лучше сначала помочь заработать опыта. Буду рад помочь. Отлично. Отправляйся к лорду. Он даст тебе воду и расскажет все, что нужно. Лефти. Лучше пока что с ними не это. Так, рез. Можем, кстати, зайти туда. Лучше с ними поосторожнее, потому что мы еще очень слабые, да? Наш безымянный... О, смотрите, жесткий сундук. Может, тут нужен ключ? Посмотрим. Нет, не нужен. Туда-сюда. Туда-сюда. 3 раза. Блин. Давайте загрузимся. Не все так плохо. Туда-сюда. Сюда, прям о, 130, нормально. Главное, чтобы они не услышали. Так. Конфликт пока лучше не ввязываться, потому что... Ой, что-то зависло. Я думал, сейчас игра вылетит. Игра немножко подзависла что-то. Так, ну мы можем еще наверх туда забраться, посмотреть, что там. По-тихому. Ну, нас учил Авалорн, да, или... О. Блин, поднимаешься, тебя слышно прям вообще жестко. О, ну ты еще прыгнул, молодец. Я не помню, тут есть вообще что? Или нет ничего? Ничего тут нет. Так. Ну ладно. Вообще вот на начальном этапе прохождения игры хорошее оружие достается силой, грубой силой. Вот. Так просто вот тут. Ой. Эй, тебе здесь нечего делать. Это лорд? Вот лорд. Я думаю, что лорд, что ли, стал головорезом обычным. В смысле, броню наделать. Так, давай. Видите? На поварку вот похож мясника. Ты занимаешься рисовыми полями, так? Ну и что? Ищешь работу? Меня послал Лефти. Да? И что он сказал? Я должен отнести крестьянам воду. Хорошо. Вот тебе 10 бутылок. Крестьян там почти вдвое больше, так что проследи, чтобы всем досталось поровну. Угу. У меня еще своя вода есть. Так, ну ладно, давайте будем поить их. Меня прислал Лефти. Я принес тебе воды. Спасибо, приятель. Еще немного, и я начал бы пить из лужи. А с ними мы не будем особо тут болтать с обычными крестьянами. Это не особо интересно. Так, вот этот хороший чувак. Что ты здесь делаешь? Ищешь неприятностей? Так, проблемы с кем, с крестьянином? Так. Эй, расслабься, я новенький. Ну тогда ладно. Трудно угадать заранее. Каждый день здесь проходит толпа народа, и каждый думает, что мир вращается именно вокруг него. Так, что ты делаешь? Иди, так, меня прислал Лефти. Давайте. Меня послал Лефти, я принес тебе воды. Спасибо, парень. Еще немного, и я бы начал пить из луж. Ну, может, просто рот открыть, поднять, и вон, воды дофига. Что ты вообще делаешь среди крестьян? Об этом меня попросил Ли. Я больше не дерусь. Разве только, чтобы защитить себя. Я убил одного парня. И это был уже перебор. В результате меня вышвырнули в богом проклятую колонию. Эх, справедливо, в общем. Как это случилось? Обычная кабацкая драка. Я не хотел его убивать. Наверное, просто ударил слишком сильно. Тогда я был кузнецом. Сам не знал своей силы. Так. Как мне стать таким же сильным, как ты? Как мне стать таким же сильным, как ты? Ты можешь научить меня? Даже если и могу. Для чего тебе нужна сила? Классно так. Ничего не видно. Научить этих ублюдков хорошим манерам. Для того, чтобы научить этих ублюдков хорошим манерам. Прежде чем это случится... Ты станешь одним из этих ублюдков. Нет, я не буду учить тебя ради этого. Я думал об этом. И что же? Придумал что-нибудь получше? Нет. Я так и знал. Почему ты присоединился к этому лагерю? Вот что я скажу тебе. У меня не было тогда другого выбора. Но я и не собираюсь позволять этим гуру промывать мне мозги. В старом лагере я немного не поладил со стражниками. Хотя и воры, и наемники проявляли уважение. Они боялись тебя. Может быть. Но в любом случае, теперь я здесь... И советую тебе попробовать то же самое. Это такая же одежда, как у Готики 2 в начале, по-моему, многих. Ну, христианская такая обычная. В общем, нужно еще с кем-то поболтать. Вот, и сказать, что типа, чтобы надавать люлей лорду, по-моему. Ну, узнать, что типа лорд тут всем не нравится. Давал воду, что ли? Так давайте искать тут с крестьян всем. Сейчас просто будем давать воды. Спасибо, парень. Это как раз то, что нужно. Так что не просто так все. Так, ну еще сохраняться же вот так. Я не помню, на какую-то кнопку. И в 10 помню, да? Да. Быстрое сохранение. Пока до этой в 10 дотянусь. Меня прислал Лефти. Я принес тебе воды. Ну, сейчас одно и то же будут говорить. Спасибо, парень. Это... Ладно. Тут есть именные персонажи. С ними лучше поболтать. Они интересно что-то говорят. Меня. Обычные крестьяне. Спасибо, парень. В моей глотке сейчас сухо, как в пустыне. А эти, в принципе, одно и то же практически все говорят, крестьяне. Так, давай, быстрее пей. Нужно про лорда у всех спрашивать. Меня прислал Лефти. Лорд такой, я принес тебе воды. Я, правда, не помню ключевой, у кого там узнал. Спасибо, приятель. Еще немного, и я начал бы пить из лужи. Кого-то ключевого надо спрашивать про лорда. Может, вот у этих чуваков. Вот Пок, например, да? Вот. Меня послал Лефти. Я принес тебе воды. Спасибо, парень. Это как раз то, что нужно. 5 силы, по-моему, на халяву будут. Приятно видеть новые лица. Ты, должно быть, уже очень давно здесь. Ты чертовски прав, приятель. Я был одним из первых. Почему ты здесь? Налоги, парень, налоги. В кошельке у меня было так же пусто, как и в желудке. И я просто не смог заплатить. В один прекрасный день пришли солдаты и притащили меня сюда. Впрочем, здесь не хуже, чем на воле. По крайней мере, я не протяну ноги с голода. Я всегда вовремя платил налоги. Всю свою жизнь. Но этому коронованному сукину сыну этого оказалось мало. Значит, Ты должен знать все об этом месте. Да как сказать? Большую часть времени я провожу здесь, собирая рис. Вот почему я протянул так долго. Мы получаем рис и шнапс. Немного, но вполне достаточно. Очень интересная история, Поп. Так, давайте. Меня прислал Лефти. Я принес тебе воды. Буду водоносным почетным. Спасибо, приятель. Еще немного, и я начал бы пить из лужи. Что в Готике прикольно, так это то, что в принципе даже обычные крестьяне, да, не озвучены. То есть у каждого есть какой-то монолог. Меня пусть прислал Лефти. Пусть даже один и тот же, но что-то, да. В других играх такого нет. Они вообще не разговаривают. Спасибо, приятель. Еще немного. Я знаю, что ты из лужи будешь пить. Давай следующий кто-то. Ты будешь пить. У меня еще есть халявная вода. Я принес тебе воды. Тоже из лужи пьешь. Причем? Спасибо, парень. Нет, другое сказал. Ну так сделал на вид, типа по-разному все. Ну, по-разному разговаривают, типа. Лефти послал меня. Я принес тебе воды. Спасибо, парень. Болотник будем раздавать. Давать. Тоже прикольно, да? Вот. Так, где тут еще именной должен быть какой-то крестьянин? Помимо Пока. Меня прислал Лефти. Я принес тебе воды. Давай за мое здоровье. Пей. Вон там текстуры. Спасибо. Снова кривые какие-то. Из-за того, что расширены, может. Так, тоже просто крестьянин обычный. Меня прислал Лефти. Я принес тебе воды. Блин, фиг его знает, кстати, сколько мы уже отдали воды. Спасибо, приятель. Блин. Этому я давал, не? Лефти послал меня. Спасибо, пожалуйста. Ок, Горацио. Еще кто-то, наверное, тут третий или все. Ну, кто-то еще вроде должен. По-моему. Может и нет. Кто у вас главный? Кто у вас главный? Ты можешь считать главным нашего лорда, но большинство работает на него только потому, что боится его головорезов. Я здесь несколько лет и сыт по горло проблемами с ворами в лагере. Рисовые поля для меня в самый раз. Ну вот, хотя бы про лорда что-то узнали, да? Вот Руфус. Руфус. Привет. Привет. Я здесь новенький. Просто хотелось узнать, что происходит вокруг. Спроси кого-нибудь еще, а? Я просто работаю в поле и ничего не знаю. Эх, парень, я бы с удовольствием предложил нашему лорду самому заниматься этой чертовой работой. Кто такой лорд? Он появился здесь одним из первых, помог основать лагерь и заложить рисовые поля. Сейчас он просто сидит у себя в амбаре и почесывает живот. Свинья жирная. Если тебе не нравится эта работа, почему ты здесь? Это случилось в первый же день после того, как я попал сюда. Лефти, один из головорезов лорда, пришел ко мне и предложил поработать на полях. Конечно, сказал я. Я был новичком и хотел стать хоть в чем-то полезным. На следующий день, когда я остановился немного передохнуть, этот тип появился снова. Ты же не хочешь, чтобы твои товарищи делали всю работу за тебя, так? Спросил он. Я сказал ему, что окончательно вымотался в первый же день, что мне нужен отдых и все такое, но он даже не слушал. Просто ухватил меня за воротник и потащил обратно на поле. С того случая он каждый день поджидал меня возле двери, до тех пор, пока я сам не стал ходить на работу. Не хочу ссориться с этими типами. Это настоящие головорезы, и лучше держаться от них подальше. Как не спишь, не спать. Да какой спать, Саш, мне вообще завтра в день. Ночью уже спать буду. Ужин готовить. Ты как? Мы надрываемся здесь, чтобы получить хоть немного еды. Какая фигня. Позже сходим, да? Вроде со всеми поболтали. Я думал об этом. И что же? Придумал что-нибудь получше? Пока нет. Нет. Я так и знал. Блин, надо еще с кем-то болтать, наверное, сверху с этим. Ну, короче, погнали пока что. Сейчас скажем, что да, мы раздали воду. Я не знаю, кому, лорду или Лефти. Нет, с лордом мы не можем разговаривать, с Лефти. Где он тут? Он тут всегда у своего костра. Эй, ты! Молодец, да? Кое для чего ты все-таки годишься. Думаю, это дело как раз для тебя. Теперь ты будешь разносить воду каждый день. И хватит отдыхать, иди займись делом. Угу, круто, да? Вот теперь я буду сюда воду. Так, ну пока мы не будем с ним сражаться. Ну-ка, лорд, дай воды еще. Поля у меня. Меня послал Лефти. Да? И что он сказал? Я должен отнести крестьянам воду. Хорошо. Вот тебе дюжина бутылок. Крестьян там почти вдвое больше. Интересно, а что нам тут написали? Водонос. Так, ушам своим не верю. Ушам своим не верю. Я доставил воду всем нуждающим, но теперь Лефти хочет, чтобы я этим занимался каждый день. Думаю, этому тупице надо объяснить пару вещей. Ну, потом объясним, сейчас пока рано. Я ему просто с лука я его прикончу, ну, он быстрее меня прикончит. Он встанет, меня уже не будет. Надо что-то, ну, надо прокачаться. Как побольше, ведь надо броню. Ты собираешься пройти через эти ворота? А ты собираешься остановить меня? Да. Нет, но ты должен знать, что тебя там ожидает. Это тебе не старый лагерь, да и сектных болотных придурков у нас мало общего. Так что же меня там ожидает? Здесь нет ни охранников, ни стражей, чтобы присматривать за порядком. Здесь каждый сам за себя. Вместе держимся только мы, наемники. Что насчет остальных людей? Одно жулье, все без исключения. На лагерем наплевать с высокого холма. Я бы скорее поручил какому-нибудь крестьянину охранять эти ворота, чем кому-нибудь из них. Чем занимаются наемники? Мы наемники на службе у магов воды. Наша главная цель – вырваться отсюда. Мы много работаем и не собираемся расслабляться, как те типы из старого лагеря, что живут за счет рудокопов. Мы все подчиняемся Ли. Он великий человек. Он один из тех, кто поддерживает порядок в этом чертовом лагере. Чем занимаются маги? Они изучают магические свойства руды, которую скребки добывают в шахте. Насколько мне известно, они собираются взорвать всю чертову гору руды, чтобы уничтожить барьер и выбраться отсюда. Это должно быть опасно. Они говорят, что мы не должны волноваться. Ладно. Эй, сзади! Он сюда будет говорить, эй, сзади. Рацио пошел спать. Ну вот мы сейчас еще Гомером поболтаем. Гомер. Что-нибудь ищешь? Я ищу течь в плотине. Похоже, над основанием поработал шнык. По-моему, тоже будет говорить, типа, зубами и когтями подтачивает камни и деревянные балки под водой. Если так будет продолжаться, плотина вскоре разрушится. Это ты построил плотину? Да. Я построил эту плотину, когда мы основали новый лагерь. Конечно, все помогали, но я был главным строителем. Могу ли я чем-то помочь? Конечно. Просто убеди эту тварь не подтачивать мою плотину. Где я могу найти этого шныга? Я бы поискал на другой стороне озера. Туда никто не ходит. Скорее всего, именно там находится логово шныга. А, только я его не убью. Наверное. Блин, вот, по-моему, Гомер должен еще наговорить, или кто-то, должен наговорить на лорда. Вот. Я бы, знаете, что сделал, я бы поспал. Я бы поспал. Давайте мы сходим сначала за нами рудокопа. Вот. А темно. Вот тут, кстати, смотрите. оттачивают мастерство. Умники. Ну-ка, корд. Давайте с кордом поболтаем. Я хотел бы потренироваться с одноручным оружием. Хорошо, но не за даром. Это обойдется тебе в 30 кусков руды. Нифига себе, 30 руды, 10 очков обучения. У меня левел скоро, кстати. Ну, вообще, как бы нам надо бы изучить одноручечку. Ну, в принципе, что нам еще качать-то? Ловкость, можно силу чуть-чуть прокачать будет. Ну и одноручку плюс лук. Арбалет не знаю. На арбалет сила нужна. Мы с луком будем все время ходить, да и все. Ну хотя арбалет вроде мощнее, с одной стороны. С него проще стрелять, как бы. Так, давайте парочку будем гасить. Идите сюда. А вот пицца. Вот у нас и уровень, наконец-таки. Так. 10 очков есть. 30 кусков руды на прокачку одноручки. Можно, в принципе, да? Давайте изучим. Ну что, 30 кусков руды. Я думаю, нам не помешает, в принципе. Я бы, конечно, лук прокачал до 2-го уровня, но... Ничего страшного, давайте. Это тут акробатика еще должна быть. Я думаю. Я хотел бы потренироваться с одноручным оружием. Хорошая мысль. Но прежде чем заниматься техникой, тебе нужно научиться правильно держать оружие. Новички часто держатся за рукоять 2 руками. Это неправильно. К этому лучше не привыкать. Возьмись за рукоять 1 рукой. Лезвие вверх и не держи его неподвижно. Оружие должно стать продолжением твоей руки. Вписываться в твои движения. Это поможет ускорить атаку. Если запомнишь все, о чем я тебе говорил, твои удары станут более изящными и быстрыми. Да, и вот еще что. Некоторые удары куда эффективнее остальных. У новичка не так много шансов повторить их. Но чем больше ты будешь тренироваться, тем лучше они у тебя будут получаться. Ё-моё. Всего-то 5% шанс на крит. Но зато, смотрите, теперь он будет в 1 руке будет меч держать. Это уже прогресс. Видите? Теперь я могу 2 раза сразу ударить. А то он держал, как баба какая-то. 1 ручку. Так, ладно, погнали. Сейчас мы сходим в шахту нового лагеря. Шахту нового лагеря, так. Ну, пока тут волков вроде как и нету. Ну, не должно быть, по крайней мере. Может, они и есть, блин. Так, посмотрим, что там наверху, кстати. Здесь все, здесь наверх можно забраться как-то. Ну, конечно, на карте посмотрите, что за место. А ну там до барьера еще далековато, да? Кто-то живет. Никого нет. Не знаю, кого-нибудь сюда запихнули бы. Никого вообще. Никого. Оп. Так, погнали, короче, валить этих кротогрызов. Смотрите, теперь. Теперь проще валить этих всяких слабых кротогрызов. Падальщиков тем более. Блин. Почему-то не сработала. Атака 2. Нет, он меня просто ударом, наверное, забил, гад. Нет. Ну, я надеюсь, реально волков пока... А не, вот волчара, блин. Волчару-то мы не завалим, наверное. Не, можно, конечно, попробовать. На обратном пути, да? Давайте на обратном пути волка завалим. Там у меня хотя бы броня будет какая-то, а то меня просто сожрет. Булчара меня просто сожрет. Хлеб. Плюс, кстати, здесь можно подзаработать еще неплохо. Вроде как. Вроде сейчас вспомним. Так. О, здорово. Вот, давайте тут сохранимся. А, это просто наемник. Ага, посетитель? Смотри, чтобы все было тихо, или ты об этом крупно пожалеешь. Так, я просто кто-то немного... Я хочу заглянуть в шахту. Не думай, что тебе это удастся. Но попробуй поговорить с Акилом. Я лучше пойду. Надеюсь, мы понимаем друг друга. Блин, уже темно, и у меня отсвечивает здесь, я ничего не вижу. Оу. Так, давайте так, сюда. Кузнечный молот. Сколько у нас, кстати, отмычек? Давайте-ка мы загрузимся лучше. В этом сторону. Эй, ты! Ой, я думаю, он не увидит. Это у него стыд взял. Так, я хочу поспать. Ты кто? Понятно. Так, погнали дальше. Люди как не говорят, что я вор, там, лови вора, бей его. Тоже наемник обычный. Где-то здесь должен быть чувак. Я посплю. Думаю, никто мне не помешает. Да ни хрена не видно ничего. Четвертый день у нас уже. Ничего не видит, надеюсь. Если услышим, эй, ты, тогда надо дрыпать сразу же. А, ну тут везде одинаковые походы. Честно говоря, тут я не знаю, какие сундуки прибыльные, какие вот пустые, вообще фиг знает. Я тут вообще редко бывал. Так, за все мои прохождения. Тут нет сундука. Где тут этот чувак, главный скрипки? Эй, ты! А, понятно. Правильное решение. Ладно, мы не будем ты бзить. В принципе. О, вот здесь можно, здесь два сундука. Интересно. Может, это их склад руды. Блин, сломалось, черт. Ну тут везде одинаковые. О, рецепты какие-то. Неплохо. 50 заработать можно. А тут... Тут чуть посложнее. Окорок. Видите, ради окорока какого-то. Капец. Только потратили. Отмычек. Так, где-то здесь должен быть и главарь какой-то. Ну или не главарь. Кем-то можно здесь побазарить. Ну что, ты не будешь подниматься? Безымянный. А вон там кто-то тоже наемник. Боюсь. Тут сверху кто-то. Посмотрим. Смотрите, так, наемник, скребок. Это кто? Вор. Не воры, да наемники, да скребки. Эй, ты, что за дела? Привет. Привет. Ты расхаживаешь здесь, как будто ищешь что-то. В самом деле? Хм, может быть, ты и прав. Ну, здорово. Спроси меня. Может быть, я смогу помочь? Так. Что ты имеешь в виду? Что тебе нужно? Как насчет хорошего меча, тяжелых доспехов и допуска в шахту? Да ладно. Это все ерунда. А как насчет оружия, которым можно победить любого врага? Увидишь, глаза на лоб полезут от изумления. Я прошу всего лишь о маленькой услуге. Поможешь мне, и оно будет твоим. Что скажешь? Что мне нужно сделать? Все очень просто. Принеси мне 5 яблок, 2 бутылки рисового шнапса, 5 бутылок пива, 3 буханки хлеба, 2 куска сыра и 2 грозди винограда. Вот и все, о чем я прошу. Поверь мне, ты не пожалеешь. Я уже говорил тебе, что с этим оружием можно победить любого врага. Нет, нет, забудь, мне это не нужно. Ну и хорошо. Как скажешь. Я дал тебе шанс. Да, фигню он там какую-то даст. Вроде как. Где там ради этого еще? Эй, ты! Что? Тебе еще повезло. Вернись. Можно пройти? Да можно. Конечно. Можно пройти. Иди. Вот ты меня не видишь. О. Оп. Вот он, наверное, кочергу мне хотел дать. Говнюк. Блин, меня увидит сейчас. Не бойся. Не, какие же в Готике? Ты тупые, да? Блин. Блин, да черт. Что ты... А теперь он меня заметит. Эй, ты! Можно пройти. Можно пройти. Да иди ты отсюда, достал ты меня. Эй, ты! Что ты здесь шляешься? Суп из ползуна и вино. Капец. Вот это да. Че какой-то бомжатник здесь? Что ты там делаешь? Да ничего. Вон встретит каким-то паром чувак. К нему сходить. Так. Упс, упс. Ну что это не просто наемник? Это просто наемник. А вот Акил. Эй, ты! Ты ведь не из моих людей. Что ты здесь делаешь? Как тебя зовут? Я Акил. Здесь, в лощине, я главный. Старик. Я бы хотел немного оглядеться. Только запомни, здесь, в лощине, нам не нужны неприятности. Забудешь об этом и окажешься на полметра под землей быстрее, чем рассчитываешь. Я просто хотел заглянуть в шахту. А просто побродить по шахте. Похоже, ты действительно ни черта не понимаешь. Никто не попадет в шахту без моего разрешения. И запомни, сунешь без спроса свой нос в шахту или в караулку, ты покойник. Ну так мне можно зайти? Я тебя даже не знаю. Почему я должен пропускать тебя? Я с крючком встану и все. И вообще проваливай, у меня есть дела. Ты что, офигел, что ли? Мне пора идти. Вот и иди себе. Ну, скотина такая. Блин, вот гад. Ладно, сейчас попробуем. Тут еще есть. Вор. О, Суини какой-то. Вот Суини какой-то. Кто ты? Я лучший специалист-проходчик в этой чертовой колонии, мой мальчик. Только благодаря мне половина парней там, в шахте, не погибла под завалами. Они слишком глупы, чтобы знать, где не стоит размахивать киркой. Я хочу стать рудокопом. В самом деле? Только не думай, что это такое уж теплое местечко. А что, только рис жрут? 3 порции риса в день. Остальные плюсы тебе придется искать самому. Ты вообще знаешь, почему мы этим занимаемся? Мы делаем эту работу для того, чтобы однажды выйти на свободу. Еще помедленнее говори. Вся добытая руда собирается в одну большую железную гору. Раз в месяц каждый из рабочих получает по 50 кусков, чтобы оттянуться по полной. Это основное, что тебе нужно знать. У тебя есть хоть какой-нибудь опыт в такого рода делах? Конечно. Да. Хорошо. Тогда ты сам знаешь, чего нужно остерегаться. Вот твоя рабочая одежда. Кирку тебе придется найти самому. Приятного отдыха. Сколько руды вы уже собрали? Маги говорят, что нужно еще совсем немного. Сходи в новый лагерь и посмотри на железную гору. В общем, смотрите, у нас теперь одеяние рудокопа. Вот так вот. Кирка нужна вообще. Ну ладно, давайте мы сейчас тому чуваку, наверное, зайдем, скажем, что мы хотим докопить. Долго? Мне пора идти. А? Вот и иди себе. А? Да. Ну, плохо. Бабушка, блядь, говорит, сделать настойку с коньяка. Что таблетки? Я просто хотел увидеть шахту. Я думаю, ты уже увидел, что шахта заперта. Лимон, и смотреть мед, коньяк, здесь абсолютно не на что. Значит, мы ничего не сможем сделать. А что мы должны делать? Минутку. Если ты попытаешься подкупить меня, то знай. Ты не на того напал, приятель. Нет, я никого не хочу подкупать. Я просто подумал, думаю, мне лучше уйти. Чего они меня не пускают? Блин, меня заебали эти соседи. Что ты здесь шляешься? Вот что, приятель, ага. Держись подальше от этой двери. Вообще можно с таким. Я хочу зайти в шахту. В шахту? Я никого не пропускаю туда без особого разрешения от Акила. Акил — это тот самый тип с большим топором и в тяжелых доспехах. Следи за языком, особенно когда говоришь про босса. Вот что я тебе скажу, парень. Акил — самый крутой тип во всем лагере. Однажды он даже пробрался в замок и облегчил сундуки баронов на целую гору руды. Так что уж, пожалуйста, побольше уважения в голосе. Я не знаю, где он сейчас. Но если ты с ним когда-нибудь встретишься, тебе лучше не забывать о том, что я тебе говорил. Короче, нас не хотят пускать. Я лучше пойду. Рад, что мы понимаем друг друга. Помню, как ты сюда заходил. Скребок, скребок. Раз к Акилу сходим. Чё? Так, где там Акил? У нас вообще-то сегодня годовщина. Жена умерла. Мне пора идти. Вот и иди себе. Только срок там не купить. А в магните не было. От Дикси я не пошла. А, блин. Где же твоей за твоей коробкой? Коробка 5,5 килограмм, блин, весит. Ну там выход. Ну, можно вот так просто. У меня есть температура или нет? Сейчас пробуем волка завалить. С лука. Стрелим волка с лука. Чего? Есть температура или нет? Нету. Нету. Я сейчас сожрет волчара, блин. А, блин. Интересно, если... Я буду играть в Call of Duty. Потише сделать? Угу. Так, блин. А -а -а. Пробуем так вот. Да блин. Надо критануть 2 раза и все. Пока не могу волка завалить. Сегодня мужик градусник разбил в палате. Ну-ка. О, все, кританули, отлично. И волка все-таки я могу завалить, а вот шмыга, шныга я точно не завалю. Хотя с лука, блин, шныга. Блин, я не помню, какая защита у шныга вообще. Вел. Точно не помню. Почему-то в эту шахту не пускают, блин. Ксилен, надо еще в аптеке взять. С нас утечет. Ты жену слышишь? Угу. Можно было тут заболеть? Не знаю. Я думала, типа сейчас все быстренько пройдет. Так, в общем, закончим на этом месте. Так. Что ты там закончила? Я сюда только пришла к тебе. Можешь поиграть. О, надо будет у этого чувака отобрать Райка. Квартиру и хату. Потом. В общем, к Ларсу надо будет сходить. Или... Ладно, давайте сейчас сходим к Ларсу быстро. К Ларсу сходим. Держись. Лучше ни на что не натыкаться. Квест у него возьмем. Стать наемником. Так. А ты куда собрался? А куда мне можно идти? К Ларсу. Я хочу увидеть Ларса. Сомневаюсь, что он захочет говорить с тобой. Я сам как-нибудь разберусь. Не буду тебя отговаривать. Некоторых людей не... Я сомневаюсь. Куда собрался? Я хочу встретиться с Ларсом. Ларс здесь, но понадобится веский повод, чтобы оторвать его от дел. Это точно не моя проблема. Меня прислал Мордраг. Давненько его здесь не было. Похоже, он переметнулся к старому лагерю. Мы пришли сюда вместе. Мордраг вернулся? Если встретишь его, скажи, что его разыскивает Ларс. Мордраг передал мне кое-что для Ларса. Что именно? Кольцо. Дорогая штуковина. Ладно, ты можешь увидеться с ним. Наконец-то. Ну, что за кольцо? К ловкости. О, прикольно. Сейчас скажет, оставь себе. Или нет, или заберет. Ну, тоже тут, кстати, что-то валялось. Могу я в него тут украсть что-нибудь? Эй, ты! Что ты здесь шляешься? Эй, что за звук? Блин. Давай Ларс попытать. Так. Хочу присоединиться к твоей шайке. В самом деле? Да кто ты вообще такой? Меня прислал Мордраг. Он велел передать тебе это кольцо. Дорогая вещица. Здесь это обычное дело. Получил что-то, поделись с главарем шайки. Но то, что он передал это кольцо именно через тебя, уже говорит о многом. Похоже, Мордраг тебе доверяет. Я хочу, чтобы ты сходил к нему и передал ему кое-что от меня. Скажи ему, что мне нужен человек в лагере сектантов. Они затевают что-то большое, и я хочу знать, что происходит. Мне придется к сектантам. Ну как, этого достаточно, чтобы ты принял меня в шайку? Мордраг говорил о тебе, но ты еще не готов. Занимайся своими делами. Что еще я могу сделать? Идол Исидра из лагеря сектантов таскает с собой болотника кусков на 400 руды, не меньше. Хочу, чтобы ты избавил его от этой тяжкой ноши. Как ты это сделаешь, меня не волнует. Если болотник у тебя, продай его и принеси мне 400 кусков руды. Тогда можно будет поговорить и о приеме в шайку. Тут так легко. Я хотел бы чему-нибудь научиться. Могу помочь. Хочешь увеличить силу и ловкость? Конечно, хочу. Да, я хочу стать. У меня нечего. Нечего увеличивать. Ну и все тогда. Ничего у него тут. Кубок, камфора, вино, суп с ползуна. Вон зелья какие-то. Ладно, давайте на этом сейчас серию закончим. Блин. Всем удачи, всем пока, подписываемся, ставим лайки. О, лайки. Шарки. Ладно, в следующей серии поговорим о шарке.